Дорогие соотечественники, выступая от лица Министерства диаспоры в качестве заместителя министра, я хочу поздравить вас сердечно с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелать вам счастья, здоровья, вам и вашим близким. Мы надеемся, что 2012 год будет плодотворным для вас во всех его начинаниях и аспектах. Также очень надеемся, что в 2012 году вы еще больше укрепите свои связи с Арменией, потому что это очень важно для вас, ваших детей и ваших внуков. Именно для этого создано Министерство диаспоры, и мы готовы служить вам в этом деле. Еще раз поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Шнуровор Аманор Евсуб Цинур.